Одно из моих направлений работы – это работа со стратегией. Мне нужны длинные перспективы, мне нужно длинное видение. Когда Максим подарил мне этот календарь, впереди еще была через год с лишним Олимпиада в Сочи, а мы работали с этой Олимпиадой. Для меня была связка того, что я видела на календаре, с тем, что происходило в нашей работе, в моей жизни. А он мне позволял думать о больших вещах, которые я могу запланировать на перспективу. Очень удобно. В общем-то, механизмов, позволяющих анализировать большие такие временные промежутки, не так много механизмов, технологий. Когда ты можешь свое время по-другому распланировать и по-другому всем этим управлять. У меня сейчас появились мероприятия, на которых я буду выступать где-то через год, где-то через 6 месяцев. И это очень важно. Видеть все, что связано с работой, с командой. На этом календаре я для себя отмечала издание моей книжки. Для меня это был новый проект. Вот она стоит здесь, кластеров. Мне нужно было работать с редактором. Мне нужно было работать с дизайнером. Мы были завязаны на публикацию к определенному сроку. Мне он был очень удобен. Я бы скорее рекомендовала тем, кто работает со стратегией, иметь что-то такое на длинную перспективу. И это очень интересно.